прошлый раз я просил вас прочитать рассказ Эдгара По «Черный кот». Это очень маленький рассказ. Кто его прочитал? Поднимите, пожалуйста, руки. Знаете что? Идите вы к черту. Ноги, ноги, валим. Стой! Стоять! Ты с кем был, козел? Ой, больно, убьешь. С кем был, говорю, козел? Я его не знаю. Подними портфель. Портфель подними. Открой. Вытряхни. Ты что, букинист? Букинист. Шарль Бодлер. Это кто такой? Поэт французский. На наркомана похож. Ладно, гуляй. Сегодня воскресенье, божий день. Билеты не надо, мы сейчас ходим. Так, молодой человек, ваш билетик. У меня проездной. Ну, покажите проездной. Покажите проездной. Не покажу. Как не покажете? Вот так. Почему вы мне не верите? Ну покажите, мне же тоже надо план выполнять. Или билет возьмите, сейчас или свой проездной покажите. Я не покажу вам билет. А ну-ка, выходите. Не трогай. Я сейчас трамвай остановлю. У меня есть проездной, почему я должен выйти? Выходите, пожалуйста. Нет, я не выйду. В конце концов, я за него заплачу. Не надо за него платить. Выходите, пожалуйста. Да проездной у меня почему я должен выйти? Мы накажем Сашком. Нацепили очки, из себя интеллигента стройте. Кожаный плащ, а 3 рубля вам жалко, да? А ну покажите проездной или выходите из трамвая. Ставьте его. Остановите трамвай. Я за него заплачу. Пускай вам будет стыдно, молодой человек. Интеллигент. Галка. Только знала, что дочь припрется. Да иду, иду. Постучалась.